лодку утоплю сегодня, понял? Банк-банк. Идем на абордаж! В общем, мы приехали в такое место, называется Хибачи. Это место, где при тебе готовят еду. Японский ресторан, японское направление кухни. Сейчас все покажем. Вот пришел наш шеф, зовут Ник. Сейчас он будет для нас готовить еду. Так, значит, мы приехали на Мид-Лейк. Сейчас пойдем гонять на катере по этому озеру. Ну что, флаг. Поехали. Капитан Америка с нами, все нами. Море покажет, у кого лодка круче. Помнишь, у нас еще 5 человек на эту помощь. Я тебя еще утоплю сегодня, понял? Белые слои, вот эти белые пятна, это то, где раньше была вода. Вода последние несколько десятков лет постоянно опускается. Пресная вода – это большая проблема в этих штатах, в Неваде, в Юте. И вот, как видите, здесь высота, наверное, метров 15-20 уже опустилась. Ее категорически не хватает уже. Еще несколько лет, и она опустится до критически низкого, до критически низкой отметки. Короче, у нас возник спор, тонет дыня или нет. Ну что, мнения разделились, у кого как? Тонет. Тонет. Не тонет. Не тонет. Думаю, тонет. Но я-то знаю. Да не тонет она. Сейчас выпьем. Вау! Дыня не тонет! Ура! Глубинные бомбы бросаем! Ну-ка, все с дороги! Куда? Придурок! С твоими мозгами каток водить надо! Тараним их! Тараним!
don't need your paper, don't need your receptive. So what should I do?